сегодня чуть можно так. Она не пристегнутая, движение еще, видите, осуществлял. О, здрасте. Здрасте. Нарушите меня, послушайте, пожалуйста. Я? На основании закона. Вы можете не рассказать. Что, представьтесь? Нет. Я? Меня Александр зовут, а вас как? Представьтесь, покажите удостоверение, во-первых. Представьтесь, покажите удостоверение. Александр меня зовут. Покажите удостоверение. Так, ну инспектор, смотрите, скроется. Ну сейчас эта девушка подождет. Покажите, на основании чего вы частное лицо снимаете меня? Частное лицо. А вы представьтесь, пожалуйста. Сейчас подойдет он. Вы почему на тротуаре паркуетесь? Во-первых, знаков нету, что парковаться нельзя. Везде я. Тротуар есть. Знак тротуар не видели там стоит? Где знак тротуара? Ну там. Не видели впереди? Нет. Нет? Нет. Ну а его. Все машины. Так, девушка что, документ не передала? Дайте мне ваши документы, на основании чего? Мои документы, лапа и хвост. Покажите ваши документы, лапа, на основании чего вы частные лица снимаете. Ладно, предоставим. Это не документ. Мой документ. Представьтесь, пожалуйста, имя, фамилия. На основании чего вы частные лица снимаете меня? Блогеры. Сначала вы. Конкуренты. Вы представьтесь. Блогер, да? Не, вы представьтесь. Я не собираюсь представляться. Почему? Я сказал, что у меня. Можно сотрудник, пожалуйста, ДПС? Подойдите, пожалуйста. Скажи ему, куда нельзя парковаться, говорит? Сюда пишет, где? Мне штраф пишет за то, что туда. Ну едь, что ты стоишь? Здесь авария здесь, все. Да. Сотрудник ДПС, пожалуйста, пусть они предоставят документы, на основании чего они мне снимают. Так, там шумят. Машину убери! Не ругайтесь! Первое замечание вам! За стоянку на тротуаре, да? Инспектор, а чего вы не можете поставить вот сюда автомобиль? На основании чего вы меня снимаете? Вы частные инспектор. Лица. Почему вы не можете вот его автомобиль поставить? Не, потребовать можете. На основании чего? Потребовать. Вы инспектор или нет? На чего они тут что творят, то хотят, бардак устроили? Потребуйте оставить автомобиль сюда. Сотрудник, представьтесь, пожалуйста, он приютно оскорбил меня, говорит, вы снимаетесь, я сейчас звоню. Инспектор, а вы все. Это человек, взяли у него документы? Человек оскорбляет меня, говорит, вы снимаетесь, вы что позволяете, пойдем чтобы мне без. Говорили? Пойдемте. Я сейчас скажу кто с вами. Правильно. Я сейчас скажу кто с вами. Пожестче с ними, они, лень, что хотят, то творят. Я тебе сказал, ты мне сказал, так я вы снимаю. Сами ты мне говоришь. Вы сами так сказали, девушка. Он меня оскорбляет. Да вы не нервничайте. Девушка, вы что, снимаетесь, что ли? Я снимаю. Вы снимаетесь? Мы вас не снимаем. Вы снимаетесь? На основании чего? Вы снимаетесь? Я спрашиваю. Я позвоню, тебе морду набью. Я спрашиваю. Я вас спросил. Но она говорит, зачем вы меня снимаете? Я спрашиваю, вы что снимаетесь? Мы фиксируем. Мы фиксируем. Мы. Да гражданин обычный. Ну извините, как гражданина зовут? Меня Александр, я же говорю, я представился. Ну вы у меня спрашиваете. Я всех. Не надо разбивать. Я всех фиксирую. Уберите свою карту. Да я всех фиксирую. Сейчас, подожди. Ты мне сказал, я снимаюсь? Я спросил у вас. Я тебе сказал, ты мне сказал, так я вы снимаюсь. Сами сказали. Ты мне говоришь. Вы сами так сказали, он, девушка. Он меня оскорбляет прилюдно. Ты пойдешь под суд. Вот. Ты сейчас подвинь. Ну, девушка, вы что? Вы за свои слова сейчас будете отвечать. Я спросил у нее, она сама так сказала. Вы сейчас за свои слова будете отвечать. Хорошо, я предоставлю документы вам. Вы просто предоставьте и все, что вы нервничаете. Вам же никто зла не желает. Вы зачем? Про человека я узнаю все. Видеозапись свою снимите, запишите. И уже потом по этой записи будем привлекать. Я вам предоставлю, пусть уберут. Все. Но вы что ж снимаете?
Все, девушка тоже присядь. Вам можно, а нам нет, это как? Вы снимались, я поэтому начал. Ну вам же можно, а нам нет, это как? Я не пойму просто. Они просто гражданские лица, они снимают, они имеют право снимать. Имеют? Да. Имеют право. А на основании чего вы имеете право? Статья 29, пункт 4 Конституции Российской Федерации. Вы успокойтесь, не нервничайте, штраф 500 рублей и все. Снимается, а что она делает-то? Она же на камеру снимается, как по-другому-то? Смотрите, запоминайте лица. Вы сами так сказали. Какие лица? Гражданские. А, понял. Гражданские лица, которые снимают машины, автостоянки. Ну да. Подписывайтесь на канал «Наш Надзор» и ставьте лайки, комментируйте все, что вы думаете о хамах, которые нарушают права других людей. Там видно, что хамы здесь. А? Видели? Видели что? Да, он путает меня, наверное, со своей сестрой или женой, которая снимается. Правда? Так, а на документы передавай. Я спросил, вы говорите, правда? Зачем путаешь вы снимаете? Путаешь меня со своей женой? Нет, я вас ни с кем не путаю. Путаешь меня я со своей женой? Да не нервничайте, девушка. Успокойтесь, девушка. Чего вы волнуетесь? Да? Вас же там женщина попросила уехать. Вы говорите, вы снимаетесь. На основании так чего? Вы говорите, вы меня снимаете. На основании чего? Я вас спросил. Имя свое сказать. Я говорю, Александр меня зовут. А на основании чего боитесь фамилию, имя свое сказать? Я говорю, Александр. Я вам не боюсь. Зачем? Вам же женщина попросила, которая убирала, убрать автомобиль. Два придурка, которые... Да не надо оскорблять. Зачем вы оскорбляете? Фамилию. Что вы себе позволяете оскорблять? Александров много, фамилия какая? Сначала ваша. В честь чего? А наша в честь чего? Представь. Я назвал чего? Кого чего? Фамилию, имя. Просто, да, тут оставайтесь, передайте мне ваши документы. Короче, поехали. Сейчас я покажу, я их не передаю. Короче, поехали. Этих я знаю. Рядом или показать? Не надо показать. Это знаешь. Знаете, да? Понял. Все, эту видеозапись я смотрю в полиции. Вот, вы представляете закон, да. Он при вас меня оскорбил. Да, закон представляете. Да, вы мне эту видеозапись тогда передаете. Прокуратура обратитесь. Да, и мы уже будем его привлекать. Хорошо. Да не вы, а прокуратура. Хорошо. Все. Да не будет она привлекать, нет такого оскорбления. Фамилия, а вы же знаете? Ошибается. Она, девушка. Нет, нам надо сами понять. Девушка, ну как? Господи. Что творится, а? Из-за простого нарушения. Театр целый. Кто мы? Кто мы? Чем я вас оскорбил? О, а вы только что его тоже оскорбили. Как так? Вам, вам можно, а ему нельзя, что ли, получать? Не, вам можно, а ему нельзя. Зачем вы оскорбляете? Сама, самое главное, оскорбляет, надо других говорить. Ну это девушка. Да я... А, вы оскорбляете наших жен? Меня вы не имеете права оскорбить. Я оскорбил вас чем-то. 5 минут, дайте я с ней поговорю. Я оскорбил вас чем-то. Зачем вы на меня говорите? Вы сейчас только понаговорили всего. Я вообще к вам не обращался. Вам девушка, женщина сказала, которая убирала, передать документы. Вам сразу это надо было сделать, а не строить из себя королеву. Закрывайте окна, окна закройте. Убрать автомобиль она просила, а вы королеву из себя стали строить. Я здесь всегда паркуюсь, вы сказали. Вот оскорбили, вот кто оскорбил. Да она постоянно, она даже не следи за словами. Ну, значит, она лесбиянка, наверное. Почему? Ну, она на тебя сказала же. Почему? Она на тебя другое сказала что-то. А я не слышу. Ну пусть скажет. Я ж не такой, я самый главный. Да? Ну все, да. Пойдем дальше. Вот это да! Движение пошло. Так, а где эти-то? Не разъехались они пока? Где они есть-то? А, не-не. Фу, я уж потерял их из виду сейчас. Инспектор слишком мягкий, конечно, с нарушителями. Так нельзя. Они его крутят, как хотят. Они над ним просто издеваются, мне кажется. А у вас, по-моему, не все дома. Сами не замечаете? А что значит это выражение? Его точно дома нету, да. Подскажите, что это выражение значит? Его точно дома. Что вы имеете в виду? Расшифруйте, пожалуйста, что вы хотели сказать? Оскорбить меня чем-то или что? Назвать меня
С отклонениями, что ли, хотели сказать, что я человек, или что? Можете за кустами расшифровать. Я и говорить знаю, поэтому прячусь. Где? А, да, инспектор, можете отреагировать, пожалуйста. Пришел вот водитель автомобиля. БМВ. Вот. БМВ пришел. Сейчас надо ее тормознуть. А, вот за эту еще не пристегнутую напишите материал. Ну да, тут что-то она дерзкая какая-то. Обратно. Ого-го. Ей показывают припарковать, а она не выполняет требования. Так. Смотри, смотри. Не уедет? Меня к вам законно приехал. Мам, езжай. Езжай, мам. Так, все, передает документы. Прекрасно, все понимаю. Буквально 5 минут времени. Вот это да. Меня не снимайте, камеру выключите. Машину только убирай. Машину убирай. Да я понял, ладно, потом тогда. Не отвлекайте, потом подойдете, хорошо? Хорошо, не будем, без вопросов. Так, что тут? Театр целый. Одни актрисы, а? И актеры. Театр водители. Ты меня не толкай, ты что ручками своими трогаешь? А? Ты что руки-то трогаешь свои? При себе держи руки, понял? Руки? Свои! Свои ручки держи! Сейчас ты пойдешь погуляешь, ты что так общаешься? Зачем толкаешь меня? Да ты толкал, пойдем! Пацан! Остынь! Подросток! Так. Камеру убрал. Не командуйте. Дома мужем будете командовать. Я говорю, напишу материал 5-10 минут. 10 минут, если уже ребенка отпустили с первого класса. Ребенок первоклассник, давайте ребенок убирать. Все, раз ребенок первоклассник, сейчас мы вас без очереди будем. Видите уже сколько людей? Порядки вне очереди, да. О, а вам можно снимать, гляньте. Им можно, нам нельзя, вот это да. Вы дверь не закрыли, дверь забыли вы закрыть. Вы не стесняйтесь, можете фиксировать. Да, мы не против. О, дверь прикройте, все правильно. Опять все чисто. Давайте, а где же эвакуатор, инспектор? Можно еще раз продублировать? Единая служба эвакуации, я туда звоню, они направляют. Эвакуаторы не наши, мы к ним отношения. Да я понимаю, но как ты можешь продублировать? Продублируй мне вопрос. Хорошо. Да сейчас подскажем, чтоб съехал. А, и вот этот вот тоже. Тоже вот этот вот заехал. Пусть съезжает. Здравствуйте. Уберите, пожалуйста, автомобиль с тротуара свой. А то штраф получите. Да. Ты за то, что меня оскорбил. Я вас не оскорблял. Что-то непонятно. Можете убрать, пожалуйста, автомобиль с тротуара? Я вас прошу. Я пешеход. Инспектор, возьмите, пожалуйста, у водителя документы. Вот он в наглую поставил, не хочет убирать. Ну вы. Ты видишь, что за рулем? Да, вот автомобиль белый вы поставили. Я видел, что вы за рулем были. Да, вы. Иди посмотри. А, ну посмотрим. А, не вы поставили? Все, прошу прощения. Значит, сейчас. Значит, другой водитель. А что ты просишь? 002. Здрасте, уберите, пожалуйста, автомобиль с тротуара. Вот, вы поставили на нем. Будете убирать, нет? Сейчас вам штраф вынесут.
Все ясно. Включите, пожалуйста, проблесковые маячки на тротуаре поставили. Сейчас вот вам претензию. Если что-то будет с мужем, я вам претензию предъявлю. Закон отдел, не имеет права снимать. Инспектор, возьмите, пожалуйста, документы вот у того водителя еще. Вот. И что, вон там вот белый. Я допишу материал. Ну, ничего страшного. Пусть ждут, инспектор. Тогда вызывайте, пожалуйста, еще один экипаж дополнительно. Вот, на Камри, на белой. Инспектор, пусть передаст вам документы. И ждет. Так, это кто там? На Камри, вот. Отреагируйте, пожалуйста. И ждет пусть, в чем проблема-то. И заполняйте спокойненько. Да водитель в машине. Я просто попросил съехать, отказался. Вот 002. Будьте добры, документы передайте, пожалуйста. С нарушением ПДД вы встали на тротуаре. Это не является придомовой территорией. Все является тротуаром. Документы передать. Я быстро, мы с машины не выходили. Я напишу материал, можно. Странная реакция. Просил уехать. Довел до штрафа. Забавные люди. И на машину будете добры. А этот мужчина не парковал, действительно. Вот водитель другой. А что камеры выключили? Что выставили? Фиксируем правонарушение, чтобы доказательная база была. А то нарушители говорят, что это не мы. Не, просто и выйдут. Они говорят, и что не мы. Я еще владел машину, не должен там стоять. Сейчас заберем все. Вот эвакуатор для этого приехали. Спасибо. Спасибо за поддержку. Так, а что? Куда он приехал? Наверное, нужно вот с этой начать, да? Сейчас это уберет. Вот с этого автомобиля начну. С 007. Так, что там? Договорщики, что ли, или что? Или кто? С 007, да, начнем? Кто тут, договориться хотите, не? С тобой? Не, вот, инспектор. Зачем? Нет. Не хотите? Я просто с тобой хотел поговорить, камеры выключу. Чисто как пешеход хочу поговорить. А. Если нет? Без вопросов. Если выключишь. Да, конечно. Что там у нас? Инспектор, а вот по видео. У меня есть видео, что девушка без ремня двигалась. Вы выпишите материал за ремень? А? О ком? Да на вот, какой машине? На Камри, на черный. Конечно, выпишем. Видео есть, все четко? Есть, да. Просто... Видео есть. Они... Командир, смотри, я не спорю, видео без проблем. Не спорю. Насилие такое, а если гражданка пойдет в суд, что мне делать? Я видео предоставлю по запросу. Подъехал эвакуатор, стоит, ждет, когда будет отдана команда, чтобы забрать какое-нибудь транспортное средство. Надеемся, что там... А, вон, кто-то еще подошел сейчас. Вот водитель красного автомобиля подошла. Сейчас, мне кажется, будет потихонечку убирать. Вдвоем инспекторы не справляются. Там на красном автомобиле кто-то подошел. Инспектор оба оформляют. На красном, по-моему, их оформили. А, их оформили? А, ну хорошо, это да. Все, сделали. Все, вопросов нет. Хорошо. Так. Что там? А почему 002 раньше всех оформили? За эти слова? А, спешит, что ли? Спешит просто очень, наверное, человек. Вообще нет, это вообще не имеет. Поэтому. Номер мобильного телефона. Заходи, как-то.
Ну что делать? Подожди, да? Там же проживает пропал. Да. Вот так. А номер купили 002? Как достался, не подскажете? Случайно. Случайно? Да. По договоренности, наверное, с руководством ГИБДД. Среди тех, кто договаривается, случайно, да? А, я понял. Просто хотел узнать. Интересно стало. Сходите в ГАИ, узнаете. Может, вам повезет. Понятно. Может, тоже случайно, да, что-нибудь получится? Всякое бывает. Олег Владимирович, значит, 1000 рублей, 14 месяцев. Я твою маму ебал, ты знаешь? Слышь, что ты говоришь? Я твою маму ебал. Ты провокатор, ёбан. Я! Ты знаешь? Ты чё? Ты маму я твою выебу, ты ещё раз к сестре подойдёшь. Ты понял? Ты на ППС понял? Вызовем. Сейчас ППС я тебя... Блядина. Я тебя достану. ППС вызовем. А ты чё делаешь, слышь? Чё делаешь? Что творишь? Да уже все, что надо, сказали. А что он сказал? Да он матерился? Матерился, конечно. А, все, сейчас. Задержать. Инспектор, задержите вот этого гражданина, матерился. Можно, вот, просто потребуйте остаться. Вот. Не пожалуйста, потребуйте остаться. Он матерился, хулиганский действие совершил. Вот он просто уходит. Просто уходит, инспектор. Да, это не имеет значения. Сейчас, подожди. Иди, да, с этими проводами. Инспектор, ограничьте перемещение вот этого гражданина, мат-перемат в общественном месте, вот с бородой. Вот это. Записано все, инспектор, обращение. До приезда ППС ограничьте перемещение. Уважаемый, можно ко мне подойдите? Пусть не уходит, да. Нет, подождите, при вас он оскорбил меня. Нет, он все, слышал это. Ну все, вы подожди. Слышали это? Неоднократная нецензурная брань, Саш, да? Все. Да. По-другому не получится. Хорошо. Не сейчас. А при чем, я вам говорю, подождите. Заявляю, он оскорбил меня. Сейчас все, запись посмотрим. Инспектор, ограничьте перемещение, хулиганские действия. Успокойся, в полицию уедешь. На сутки. А вы не уедете? Ты думаешь, что ты бороду отрастил, тебе все можно, всех оскорблять, слышь? А вы на сутки не поедете? Я не понял. Ты что, бороду не отрастил? А? К тебе обращаюсь. Ты что оскорбляешь людей тут хочешь, материшь? Вы сами оскорбили. Чем? Дай за ним камеру, я покажу. Я вам покажу. Я оскорбил? Да. Ваш друг на мне... Да что вы на меня показываете постоянно пальцем-то? А что, чем показывать? А, нет, ну на меня. А, это папа. Да, папа. Во как. Да поэтому и можно оскорблять. Папа, да. Да ты закрой, ты что меня затыкаешь, слышь? Что у тебя губы-то дрожат? Ты что дрожишь-то, слышь? Да ты бороду отрастил, все можно, думаешь? Вы меня оскорбили. Что ты выдумываешь? Думаете. У меня есть камера. Никто вас не оскорблял. Я прокуратуру это все правильно отправлю. Как ваш друг правильно сказал, вы что, снимаете? Отправляйте. Отправляйте, имеете право. Мы не возражаем. Я сказал, я его маму. Понял? Какой, вот, что сказал? Что, вот, ты слышишь, что я тебе говорю? Чего сказал? Чего сказал-то? Ты повтори, что сказал. А? Руками меня не трогать. Еще раз троните рукой. Я вас отодвинуть просто. Я тоже пытался. Могу вас тронуть. Не надо трогать. Инспектор, он уходит. Ограничьте перемещение. Он нецензурной бранью матерился вообще. Хулиганские идеи. Сейчас заявление будем писать. Поедешь в полицию до 15 суток. И сюда нужно еще вам, по-моему, экипаж вызывать для подкрепления, потому что тут много хамов разных.
Да никуда только не уходи, по-мужски поступи, не сбегай, не убегай. Кто с тобой по-мужски? Да не подходи ко мне, пожалуйста. Да с мужчинами по-мужски поступай. Не подходи. Чего ты подходишь ко мне? Да я не подхожу к вам. Я иду к милиционеру, отойди. Что вы делаете? Что вы делаете? Зачем вы меня толкаете? Ты сейчас в челюсть получишь. Рискни. Выполни свое. Да я с ним переговорю. Не надо со мной. Что тебе надо? Нецензурная брань, пусть отвечает. Либо извиняется перед ним. Да ладно. Либо несет ответственность. Нести будете ответственность вы. Да что вы ко мне-то постоянно на меня рукой-то пока. Да никто не оскорблял ее. Что? Никто не оскорблял ее. Не волнуйтесь. Да никто не оскорблял. Успокойтесь. Покажите, конечно, покажите. Давайте посмотрим. Давайте. Если оскорбит, конечно, извинись. Но он никогда не никого не оскорблял. Да и не оскорблял никто никого. Женщина обманывает вас специально. Конфликтную ситуацию создают девушки. Девушки создают конфликтную ситуацию, специально провоцируют вас на конфликтную ситуацию. Никого никто не оскорблял. Никто не оскорблял. Ошибаются они. Не, я сам слышал. Когда? Вот так. Да ну, как он оскорбил? Как он оскорбил, скажите? То есть вашему сыну можно материться, да? Вообще он не смеет. Матерился, он начал. А, он начал материться? Да, да. Нет, оскорбил, и никто не матерился. Сына? Сестру, да. Слышишь? Как? Как? Ты камеру убери, я тебе скажу. Скажи, как? Уберу. И что ты сделаешь? Плюну тебе в лицо. Не надо, это хулиганство, не надо плевать. Зачем мне ты будешь плевать? Я что, тебе плохое что-то сделал? Я же тебе плохое ничего не сделал. Зачем ты будешь плевать мне в лицо? Странный человек. Вежливо разговариваю, на вы корректно, а он мне в лицо собрался плевать. Зачем-то? Ты корректно разговариваешь. Конечно. Вы спровоцировали девушку? Девушка вам ложь говорит, нет, создавая конфликтную может мне ситуацию. Ложь. Создавая умышленно конфликтную ситуацию. А вы на это обращайте внимание. Как это? Вы же провокатор. Пап, просто сейчас напишем заявление. Правильно. Который меня... О, все, вот это правильно. Видеоматериалы. Фамилия, имя. Но ваш брат или кто там, муж, уедет на сутки тоже за мат. Вот и все. А он будет отвечать тоже по закону. Прокуратура там вызовет, и он ответит, да. Если это оскорбление, конечно, считается. Вы же можете ошибаться. Вы в прокуратуру пишите обращение, и все. Ну вот и все. Она же разбирается по 561. Так, инспектор, куда он ушел, инспектор? Вот, потребуйте, иди чтобы сюда, он не уходил. Чего ты убегаешь? До приезда полиции. Заявление напишем. Мат-перемат просто у него неоднократно на замечания не реагировал. Потому а вы заявление напишите. Вы оскорбляете людей, женщин. Ну, и поэтому мы можем материться, да? Вы оскорбляете людей. А вам можно, ему нельзя. Да никого. Я не матерился вообще никогда. И вы оскорбили еще хуже. Да и никого я не оскорблял. Что вы рассказываете? Так, что там, инспектор, по вот этим? Сейчас, я их проконсультирую по поводу подачи заявления, если они хотят. Да, 561. Конечно, и мы сами не возражаем. Да, видео приложите, и все. Конечно, приложим. Имя, фамилия его можно? Просто... Я не должна знать, на кого? Нет, прокуратура будет расследование проводить. Нет, мне сейчас нужно его имя, фамилия. Заберите у него паспорт. О, на каком основании? Вы его имя, фамилия? Это прокуратура занимается. Вызовет его, если есть оскорбление, а вдруг нету. Стоят два мужика, занимаются делом. Правильно. Молодцы, ребята. Знаешь, а чем же мы еще будем заниматься? Только делом и занимаемся. Че, он убежал, все? Убежал ваш сын, да? Где он есть? А он убегает, инспектор, смотрите. Он идет за сигаретой. Инспектор убегает, вон, смотрите, убежал. Вон он, убегает. Мужик, подойди! Ты же мужик, куда пошел, слышь? Бородатый! Бородатый, куда пошел? Вон инспектор, остановите, пожалуйста, его, гляньте, убегает, что творит. Я мужик, говори. Да вы мужик, вы остаетесь, вы не оскорбляете никого. Мужик, подойди с бородой, слышишь? Куда ты убежал-то? Суток испугался, что ли, а? Глянь какой, все, вот это мужик. О, где он? Thank you.
Подойди, куда пошел, слышь? Останься. Я тебя в рот, бля. Что камеру ты сделаешь? Убирай, сейчас скажу тебе. Останься. Камеру убирай, сейчас тебе скажу. Да, руки нахуй. Ты что делаешь? Я сейчас тебя ебану нахуй. Попробуй. Руки убери, ты что, сука? Руки убери нахуй. Куда пошел? Еще раз оскорбление. Не ходи никуда. Камеру убери. Вот сможешь по-мужски? Да руки убери. Ты что, руками меня трогаешь? Бля, какой же ты провокатор, нахуй. Ты, я сейчас тебе руки, камеру выпишу. Рискни. Секунду. Оставь, оставить его, он убегает. Сейчас, подождите. Идемте, зайдем сюда. Подождите. Да, сюда зайдем, пообщаемся. Что тебе надо, э? Да отойди от дороги, дай мне дорогу. Да, дай дорогу. Что он делает? Вы что делаете? Да дай дорогу. Давай на машину. Да что вы делаете, э? Что творить? Чё ты падаешь? Чё ты толкаешь? Машину помял. Тронешься? Вот его остановите тоже. Хулиганские действия. Вот этот меня свалил. Такси ущерб умышленно нанес автотранспорту. Секунду. Уголовная ответственность. Сейчас оба в полицию уедут. Отойди отсюда. Пап, вы можете, я с ними занимаюсь. Все. Пап, заявление будет подано. Только... Глянь, что творит. Ничего себе. Вот это да. Все, на уголовку заработал. А второй на хулиганку. Сейчас, еще раз говорю, пожалуйста, можно? Но я фиксирую, они убегают. Почему вы дали? Канал спутс, пап. Канал спутс, я со мной, понимаешь? Канал спутс. Все, пойдемте к патрульному автомобилю. А его заберите, вот этого с бородой тоже, он не хочет идти. Отойди. Что ты делаешь, а, инспектор? Пойдем. Вот это быдло. Капитальное. Наручники на них и в патрульный автомобиль на обоих. Ах вы! Охо-хо! Сердце, да? Театр. Пошел. Ничего, сейчас ответь за все действия. Спасибо. На уголовку отец заработал. Имущество повредил автомобиля. Реально? Реально. Реально? При инспекторе, да. Ага, на записи есть. Пап, ты не а этот руки уже стал распускать. Доигрались. Я говорю, конфликт спровоцировал. Он сейчас убежит. Эй, чё бьёшь? Да кто чё бьёшь? Чё бьёшь сзади? Чё сзади бьёшь? Ты чё делаешь-то? Чё сзади бьёшь? Дурачок, что ли? Чё дурачок, что ли? Ты сам тебе бьёшь. Да кто тебя бьёт? Бля. Инспектор. А наручники на него. Тварь бородатая. Чё ты сзади бьёшь? На кого ты тварь говоришь? На тебе. Чё ты сзади бьёшь, человек? Отойди. Отойди. Инспектор, остановись! Камеру попытка сломать, инспектор! Чё ты сзади бьёшь меня? Да никто тебя вас не бил. Как не бил? Так, очень просто. Вы можете их, пожалуйста, не провоцировать. Я понимаю, но вы их провоцируете. Нет, я иду сзади. Вы идёте и говорите, и провоцируете. Что я говорю? Ничего я не говорил. Просто иду и фиксирую. Так, ППС. Здравствуйте, вы на вызов, я сюда. Отойдите, дайте припаркуйтесь. Да, пожалуйста. Только почему-то не пристегнутый. А, пристегнутый, все, нормально. Все четко.
Вот это да. Заснял, ударился. Вообще трэш. А это пока уехал, а, или оштрафовали ее. Можно, пожалуйста, мне ходить по нужде? А, все. А куда они ушли сейчас? Вот мужчина, который повредил автомобиль, ушел. Вон он, в пиджаке. В пиджаке. Сейчас убежит. Инспектор. В пиджаке убегает, вы будете догонять, повредил автомобиль, вон. Вон там, да, хулиганские действия. Сейчас покажем все, при инспекторе. Понимаете, я, естественно, для меня... Вон убегает, вон. Я хочу на него написать заявление. Пишите, конечно. А у вас к кому претензии? А вот нецензурная брань, неоднократно не реагировал. Вообще мат, перемат крыл. Видео все есть. Он оскорбил, естественно, это... А, это естественно. Он оскорбил меня, естественно, что люди реагируют. Ну, понимаете, как бы, если вашей сестре или жене что-нибудь... Я вам не оскорбил, ничего не говорил. Я говорю, вы почему меня снимаете? Он стоит, вы что, снимаетесь? Вы представляете? Вы снимаетесь, и он это повторяет. Алло. Я у вас спросил. Я хочу, чтобы вы его... Но это вы считаете нормально, если вашей жене, сестре такое скажет, вам это понравится? Ответьте на мой вопрос. Вам это понравится, если я фиксирую, я просто... фиксирую, я спрашиваю. В смысле фиксирую? Вы оскорбили девушку. Я не оскорблял никого. Вы оскорбили. Ну, ваше оскорблял. Понимание это как? Вот пишите заявление, хорошо, расценят. Она напишет, то, что надо. Все там. Буду, если к это буду отвечать в рамках закона. Выходим быстренько, быстренько, убегает просто, повредил автомобиль, убегает. Вон он, в пиджаке. Что случилось, вы можете? Ну, сначала ограничьте его перемещение, потом все расскажем. Вон, в пиджаке убегает. В пиджаке убегает, вы будете догонять, повредил автомобиль, вон он. Вон уходит. Сейчас покажем все, при инспекторе. Вон убегает, вон он. За мусоркой прячется. Автомобиль повредил, толкнул меня на автомобиль, на капот. Пойдемте до патрульного автомобиля, будем разбираться, кто кого ударил, что ударили. Да. Человек показывает спину. Ну да, так и было. И вот второй. Нецензурная брань и в лицо вот кулаком, вот бородатый вот этот вот, белый. Вот, вот этот. Подождите, я с одним. Тоже его. Ну как я двоих сразу? Ну возьмите с собой все. Возьмите с собой. Потребуйте. Потребуйте пройти. Потребуйте пройти вот это тоже. Да. Не, пусть он. Подождите, стойте. Вот так. Спровоцировали. Довольны? Спровоцировали вы. Сейчас уголовку получит отец. Да, хорошо. Но он же повредил автомобиль. Хорошо. А, ну да. Только вот этого тоже с собой возьмите, а то он постоянно ходит. Он убегал. Ну, скажите ему. Нет, скажите, он убегал несколько раз уже. Стоит, все, с напарником. Ну, скажите, чтобы ограничить, он убегал несколько раз. Он никуда не уходит. Он несколько раз убегал, мы еле догнали его. Мы еле догнали, вот его, два раза.
На Терскую 101. Я буду заезжать. Проверь их пока. Вот, заезжает, на предупредить, чтоб не заезжал. Не заезжайте сюда. Это к нам, не переживайте. Ну здесь тротуар, нельзя здесь парковаться. Ну что делать, некуда. Тогда ты снимаешь. Он мне говорит, ты что, снимаешься? Заявление будете? Да, я буду заявление писать. Мы еле догнали, вот его два раза. На Терске. Девушка, вы будете заявление? Я буду писать заявление. Все случилось, не трожьте. Хуйло, я тебя засуну, знаешь, куда это все? Ты давай не борзей. Спокойно веди себя. Веди себя спокойно. Спокойно веди. Никто тебе вообще не подходил. Я тебя буду снимать. Ты свою жену снимай, блядь. Ищи, где твоя жена, мразота. Слышь, ты что оскорбляешь? Задержите его. Руки убери. Инспектор, ограничьте его перемещение. Инспектор, полицейский. Его. Нападает. И его тоже ограничьте перемещение, оскорбление. А что, стыдно, да, они на этом зарабатывают. Это не, а? Да это проститут. А? Ограничьте перемещение. Заявление будет подано. Ты кого снимаешь? Твою жену, полицейский, вот его. Его ограничьте. Машину сажайте, пожалуйста. Мужик или баба? Слышь, мразота, иди отсюда, я тебя сейчас ограничу. Ты будешь своим родственникам так говорить, понял? Как мне. Мне не надо это говорить. Мужик, я тебе сказал, мне не говори. А вы не говорите. Ты мужик, ты не оскорбляй. Специально провоцируешь. А ты мужик, ты оскорбляешь. А сейчас убери камеру, я покажу, какой я мужик. Какой ты мужик? Ты сядешь тогда здесь, покажешь, мужик ты. Ограничьте его перемещение в автомобиль. Да ну если он такой, а то, что он сказал, это нормально, в магазине продают. Что я сказал? Нет, он сказал про тебя. Он сказал, что ты резинка. Я не слышал. Ну хочешь еще раз? Ну значит все полиции сейчас поедут, кто услышит. Ограничьте перемещение, заявление будет на него подано за оскорбление, неоднократно. А кто собирался ограничить? Да я не хочу его трогать. Машину посадите его в патрульную. Агрессивное поведение. Успокойтесь, успокойтесь. Ты что снимаешь? Я фиксирую. Я фиксирую. Я фиксирую. Не материтесь. Кусь такой. Вот вы, блин, вот это да, мужики, да? Ага, да. Что вы за ними по пятам ходите? Что вы провокаторы? Ты на свои глаза смотри, у тебя глаза стеклянные. Вот да. И его тоже автомобиль повредил, вот этого. Не иди на меня. Ты агрессивный, у тебя поведение. Ты еще агрессивности не видел. А, ну да. А что, хочешь показать, что ли? Тебя уже показывали твои друзья. Не толкайте. Зачем вы это делаете? Что ты лезешь, блядь? А что ты идешь? Подожди, не руками, не берите. Да что вы делаете? А что вы за ними ходите? Понятно, что-то. Сами ходите, еще говорите. Полицейские вот этого тоже посадите в патрульный автомобиль. Агрессивное поведение. Что им делать? Отойдите. Кто такой? Отойдите, я сказал. Отойдите. Да я не буду его трогать. Ну и все, и не трогайте. Не трогайте, если не будете. Я не собираюсь. Откуда взялись вот эти? Вот этого тоже посадите, автомобиль повредил. Вот, инспектор, полицейский. Полицейский, вот автомобиль повредил. Вот там стоит автомобиль, повредил. Чей-то? Заявление кто будет? Я ему просто напишем. Сказал, снимай я. Свою жену, ну, свою маму. Что вы не ограничили его перемещение, он бегает куда хочет. И где борода с бородой, где в белой, инспектор? Где в белой с бородой? Какой белый, какой черный, какой красный? Где? Я потребовал вас посадить их в машину. Вы что с ними цаткаетесь? Посадите в автомобиль. Вот этот совершил преступление. Этот оскорбил. Как я тебя оскорбил? Тот рукой ударил. Тот рукой ударил. Им нецензурной бранью выражался. Почему вы их не ограничите перемещение? Наручники одевайте на него. Буду. Я вам сначала ограничьте. Он убежал тот. Слышь, алло. Да, буду, давайте. Где с бородой? Убежал.
Непонятно что-то. Я сказал, пускай он снимает свою маму и свою жену. А мы слышали, что вы сказали. Я сказал, снимай свою маму и свою жену. Все. А после этого что? Так, снимай давай. Свою маму. Вы мне не указываете, жену. Что мне снимать. Я сам разберусь. Да, конечно. Подонки, откуда? А где с бородой? Полицейский. С бородой, где? Который. Ну я потребовал. А ты ему командуешь. Где он есть? Посадить того, посадить. Ты кто такой дать команду? Потому что вы оскорбили. Вы будете заявление писать или нет? Я не команду даю. Это они обязаны это сделать. Да, буду. Подержись, Сань. Буду, конечно. Где белый? Только с бородой найдите, где он есть.